36 600 доз вакцины «Спутник-5» доставили в Дагестан. Специальными рефрижераторами Республиканского центра инфекционных болезней вакцина «Гам-COVID-ВАК» развозится во все отдаленные районы республики. По словам сотрудников Министерства здравоохранения, самым важным в такой доставке является тщательное соблюдение температурного режима. Транспортировка осуществляется непосредственно специализированным транспортом, который имеется в Республиканском центре инфекционных болезней. Это авторефрижератор, который держит температуру от минус 20 и выше, то есть то, что необходимо для транспортировки замороженной непосредственно вакцины. Сегодня у нас имеются две машины для транспортировки, которые выезжают в высокогорные районы. А для оперативной развозки вакцины в ближайшие пару дней мы привлекаем машины автотранспорт с ДЦМК, который будет развозить ближайшие города и медицинские организации Махачкалы.